Я прекрасно понимаю и тревогу, и беспокойство очень многих людей, да практически всех, наверное, сейчас, да, о будущем нашем с вами и о будущем наших детей. Я могу сказать одно, что мы, ну вот я имею в виду себя, своих друзей, своих единомышленников, мы настроены на позитив, да? Мы верим, что благодаря нашим молитвам, благодаря нашим практикам, благодаря нашим пуджам, мы действительно помогаем себе, нашим детям, нашим окружающим. И в конечном итоге я реально верю в то, что мы меняем энергетику, ну, где-то, может быть, и планеты. Поэтому все, что я могу, я для этого делаю. Я постоянно практикую и призываю вас практиковать со мной. Ну, а что может сделать обычный человек вот прямо здесь и сейчас, сегодня, который хочет защитить своих детей, защитить себя от опасности, когда есть какие-то тревожные, скажем так, звоночки. Поэтому первое, что вы можете сказать, когда вы отправляете ребеночка, да, своего, либо небольшого, либо уже большого, обязательно говорите так: я сама и все члены моей семьи находятся под божественной защитой всегда. И прям визуализируйте, что вот ваш ребенок находится под куполом защиты света. Это очень здорово работает, друзья, очень-очень вам рекомендую. Просто вот под куполом защиты света. Я сама и мой ребенок находятся под божественной защитой всегда. И можете наполнить вот эту энергию любым светом. Золотым, голубым, серебряным, желтым, розовым, каким угодно. Вы знаете, помогает. Во-первых, это очень успокаивает сразу. Так что очень вам рекомендую.